Вашингтонские эксперты считают, что главную угрозу безопасности стран Совета сотрудничества Персидского залива представляют даже не исламистские группировки, а Иран с его растущими ядерными амбициями. В переговорах с Тегераном, говорят они, Америка должна занять более жесткую и принципиальную позицию. Такой подход эффективнее, нежели попытки увещевания. Но параллельно государства, входящие в GCC, должны укреплять и свою оборонную мощность. Один из приоритетов администрации США – это обеспечить партнерам в Персидском заливе, да и во всем мире, такую степень обороноспособности, которая позволит им отразить любую угрозу. В то же время мы выступаем за то, чтобы, осуществляя сотрудничество с Соединенными Штатами, они брали на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в регионе. Юсеф Аль-Отайба, посол Объединенных Арабских Эмиратов в США, придает огромное значение предстоящему в Кэмп-Дэвиде саммиту. По его словам, все государства, входящие в Совет, ожидают от Белого дома определенных гарантий своей безопасности. В частности, помощи в интеграции всех 6 стран в единую оборонительную систему. Мы ожидаем, что саммит станет полем конструктивной дискуссии о том, как страны GCC и США сообща смогут разработать стратегию сдерживания, которая поможет снизить потенциальную угрозу для них. У меня сейчас нет конкретного решения, но именно для этого мы и направляемся в Кэмп-Дэвид, чтобы все страны, которые озабочены поведением Ирана, могли обсудить проблемы. Однако, по мнению части экспертов, стратегия США в Персидском регионе по понятным причинам не может полностью совпадать с установками стран, входящих в Совет. Тем не менее, саммит в Кэмп-Дэвиде должен стать первым краеугольным камнем, заложенным в фундамент новых отношений GCC и Соединенных Штатов. И, судя по всему, обязанностью следующей администрации Белого дома будет построение на этом фундаменте крепкого здания. Конференция в Вашингтонском Атлантическом Совете продемонстрировала, что в преддверии саммита в Кэмп-Дэвиде у его участников гораздо больше наболевших вопросов, чем ответов. Как отметил посол Объединенных Арабских Эмиратов США, мы живем сейчас в новом мире, и характер отношений Соединенных Штатов со странами GCC должен соответствовать требованиям этого нового мира. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. 1 июня истекает срок действия программы массового сбора разведслужбами данных о телефонных разговорах в целях борьбы с терроризмом. В связи с этим усиливается давление на американских законодателей. Конгресс США должен будет принять решение о реформировании Агентства национальной безопасности, либо вновь наделить его полномочиями по сбору тех самых массивов метаданных, которые так возмутили американцев и международную общественность в результате обнародованной Эдвардом Сноуденом информации. Федеральный апелляционный суд признал сбор массивов метаданных незаконным, но не распорядился при этом прекратить программу, начатую после терактов 11 сентября 2001 года. Реформа, которая была утверждена в Палате представителей, но не прошла голосование в Сенате, предполагает, к примеру, что метаданные о звонках будут хранить сами телефонные компании и выдавать их спецслужбам только после конкретных и четко обоснованных запросов.